Ой, помогите моему горю. Я Носова Тамара Михайловна. 41-го года рождения. Живу я здесь 25 лет. Такого еще не было. Но в 18-м году, потек потолок. Стала замыкать электричество. Вызвала электриков. Они пришли, посмотрели и как раз на потолке сказали, сняли люстру, изолировали провода. И все. Но в этом году вот резкое морозы, снегопад и потепление. И пошла вода уже и по шву. И стала не просто капать, а течь. В связи с чем пришлось часть мебели убрать, убрать палас, поставить ведра, тряпки. И вот так боролась всю ночь. Но сейчас подсохло, вроде не течет. Я понимаю, это дело не быстрое, но проблему надо решать. А в заключение обращаюсь в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города, чтобы помогли и ускорили, и всему дому произвели ремонт. И в частности у меня тоже. Потому что течет во многих местах кровля.